Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня у нас очередная легенда, очередной интересный проект. Легенда 3 на 4. Интересность в том, что она опять у нас комбинированная, то есть часть теплицы будет покрыта поликом, часть стеклом. Где будет что, посмотрим потом. А пока мы начинаем работать. Каркас теплицы поставили, закрепили, выровняли. Все готово к тому, чтобы начать крыть стены. Сейчас только установим отлив и после него сразу начнем крыть стены. Одна стена стекло, другая поликарбонат. Две стены у нас покрыты. Одна стена дальняя поликарбонатом, ближняя стена стекло. И вся крыша будет стеклянная. Вообще интересно получается, ты свои растения видеть будешь, соседи наблюдать, что у тебя творится в теплице, особо не будут. Закончился у нас монтаж. Строили мы, напоминаю, теплицу легенда 3 на 4, комби. Комбинированное покрытие означает стекло плюс поликарбонат. Получается, у нас одна стена и полностью крыша стеклянная, торцы и задняя стена поликарбонат. Цельная дверь с одного торца, форточка торцевая с другой стороны. Каркас с профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Также стеновая фрамуга в стене из поликарбоната. Диагональные усилители. Все это стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан, 100 на 150, пропитан антисептиком и сверху покрыт еще одним стонирующим эффектом. Вот такая интересная теплица. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Стекло 4 мм тоже. По низу сделан у нас отлив из уголка 50 на 50, чтобы все было красиво. Отличная, прочная, надежная, что еще о ней сказать, вместительная, высокая теплица легенда. Теперь будет стоять и радовать клиента. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!